Я попала в эту экспедицию по предложению преподавателя. Я буду на корабле определять химический состав снега и льда и анализировать на разные аспекты. Из оборудования я буду брать фильтры, ну, ножницы, это ладно, и портативный pH-метр с селективными электродами. Сама я хочу побывать в этой экспедиции, так как я думаю, это, во-первых, редкий случай попасть в такую экспедицию, и много возможностей. Мои родные очень радуются этому, что я попала в эту экспедицию. Плавучий университет.